Факт истории и символ большой человеческой дружбы. В музее воинской славы выставлен редкий экспонат. Армейская фляжка героя Советского Союза Махмета Каирбаева, которую ему подарил близкий друг и соратник. Эту удивительную историю продолжит Артем Буланов. Легендарный командир батареи 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Махмет Каирбаев за свой героизм быстро получил уважение как у простых солдат, так и у тех, кто был старше по званию. В один из дней парторг полка Орлов принес нашему земляку вот эту фляжку. Ходили слухи, что своим владельцам на фронте она приносила удачу. Именно эта фляга была в руках именно фронтовиков. Она принадлежала герою Советского Союза Махмету Каирбаеву. Действительно, вот беря в руки, соприкасаешься с историей той Великой войны. Фляга была передана в музей со многими предметами, которые принадлежали Махмету Каирбаеву. Армейская фляга образца 1935 года выполнена из пищевого алюминия и имеет овальную форму, объемом порядка литра и покрыта краской защитного цвета. На ней надпись «Подарок фронтовому другу». Носилась она в чехле, холщовом чехле, суконном, то есть затягивался шнуром, сверху накидывался хлястик. С пуговичкой получалась петля, которую носили на поясном ремне. Фляга носилась так, чтобы как было удобнее солдату. Но обычно более удобное положение для ношения фляжки, это было вот именно в таком положении. Удачу своему новому хозяину фляжка действительно принесла. Наш герой-земляк прошел войну, а после занимал многочисленные ответственные руководящие посты в Казахской ССР. Дослужил до звания полковника артиллерии. Не стало легендарного солдата 12 июля 1996 года. Артем Буланов, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирбис».